Песок знаком каждому из нас с детства. Мы играли с ним, строили замки и ощущали его текстуру на своих ладонях. Но в песке скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Песок для меня – это не просто материал, а природная, живая субстанция, несущая в себе силу и энергию Земли. Я чувствую в нем глубину и огромный потенциал. Мой путь в творчестве начался еще в детстве, когда я лепила, рисовала, выжигала и вышивала. Эти ранние опыты положили начало моему глубокому интересу к исследованию материалов. В 2006 году я начала заниматься песочной анимацией. Это живые картины, которые так быстро исчезают. И со временем мне захотелось найти способ сохранить эту красоту. Я начала исследовать методы фиксации песка на различных поверхностях, стремясь сохранить его естественность и легкость. Каждый вид песка – это своя история, своя текстура и цвет. Мой творческий процесс – это скорее не рисование, а диалог с песком, в котором я помогаю раскрыть ему свой уникальный характер. Я стремлюсь передать удивительное разнообразие, самобытность, красоту, простоту и сложность, плавность и экспрессию – те качества, которые раскрывает песок. Получаются не просто картины, а визуальные пространства, через которые я приглашаю зрителей погрузиться в мир природных энергий, найти баланс и вдохновение. Я выступаю как проводник между этим удивительным материалом и зрителем, стремясь передать ту гармонию, которую я ощущаю в процессе работы. Благодаря моей уникальной авторской технологии фиксации песка, эти произведения становятся не только визуальными объектами, но и тактильными. Особенностью моих работ является также то, что они меняются при разном освещении, раскрывая новые грани и рельефы, словно оживая. Я надеюсь, что они помогут зрителю по-новому увидеть привычный материал и углубят понимание и чувствование окружающего мира.